Чтобы воспроизводить потомство, дельфинам, афалинам, да и другим животным необходимы хорошие условия и благоприятная атмосфера. За много лет работы случай рождения дельфиненка в анапском дельфинарии первый. София покорила всех парней в нашем бассейне. Это действительно невероятно красивый дельфин. Я не знаю, какие у дельфинов там мерки красоты, но она на самом деле самая красивая девочка. И она не девочка, она действительно женщина, потому что она себя, когда уже была беременная, вела как мы. Она капризничала. Это я кушать буду, это я не буду. Сейчас меня погладьте, нет, не трогайте, вы мне надоели. Я буду прыгать, нет, я не буду прыгать. И так происходило весь год. Появление малыша ждали целый год. Именно столько дельфины вынашивают своего единственного малыша. Но София решила сделать коллективу дельфинария сюрприз. Малыш родился прямо перед очередным представлением. Мама здорова, малыш здоров. Все себя прекрасно чувствуют. И мама ведет себя очень мудро. И учитывая, что это ее первая беременность, она большая молодец, она очень спокойна и ответственная очень. Пол пока неизвестен. Новорожденного не беспокоит, чтобы мама и малыш не нервничали. Поэтому имя маленькому обитателю еще не придумали. Теперь главная его задача – расти здоровым и счастливым. Плавать, учиться нырять, кушать. Мама не будет спать еще, наверное, неделю. Она будет постоянно рядышком. Она будет... Мы кормим Софию по направлению движения, набрасываем ей рыбку, чтобы она никогда не останавливалась, не отвлекалась на еду. Сделали все максимально комфортные условия, спустили в бассейне воду, чтобы дельфин мог беспрепятственно дышать в любом конце бассейна. Нынешнее лето богато на сюрпризы. 3 недели назад в дельфинарии появился еще один малыш – детеныш морского льва. Красавец Тотам и львица Даниэла стали счастливыми родителями. Это большая редкость. Честно говоря, даже не слышал, где в России еще рождался морской лев. Ну, наверное, рождался все-таки. Но по той информации, которую я обладаю, это первый в истории дельфинарий. Ну, в нашей сети точно. За 10 лет это первый лев. Оберегаем, следим, глаз с него не спускаем. Делаем все для того, чтобы он чувствовал себя хорошо. Пока папа выступает, мама учит маленького львенка плавать, кормит его по требованию и прививает царский дух. С появлением малышей атмосфера в дельфинарии стала еще теплее.